большая была пауза между раундами. Скажите, как лучше все-таки играть или тренироваться? Всегда все по-разному. Посмотрим, как все сложится после первой игры, и тогда я уже смогу сказать, что было лучше на самом деле, тренироваться или играть. Отметите в игре Салават Юлаев, на какие моменты стоит обратить внимание прежде всего? Несомненно, первое звено и вообще три первых звена, они играют очень хорошо, и они будут идти на ворота, и нам нужно быть к этому готовы. Вообще, вот если говорить про характер игры, будет ли он совершенно другой по сравнению с характером игры с «Нефтехимиком»? Ведь в Салават Юлаеве немало именно очень мастеровитых игроков. Я думаю, что будет, конечно, посложнее, поскольку у них такие мастеровитые игроки есть, и первые звенья, они идут и нацелены на ворота, поэтому будет достаточно тяжело, но мы будем играть, стараться. Практически в любом месте, куда бы я ни шел, везде меня узнавали. Я даже был удивлен, что здесь людям настолько не безразличен хоккей, настолько им интересно. И последнее. У нас первая игра будет 8 марта, и это для России праздник, который принято поздравлять. Девушек, женщин, да, мам, бабушек. Есть ли что-то подобное в Чехии? И если в любом случае, что может хорошего Владимир пожелать девушкам? Есть у нас такой же день, также он празднуется, как здесь, в России. У меня дома девушка ждет, поэтому я просто пожелаю всем здоровья и счастья.